Внимание, будет даваться старт. Я очень со старта возглавил принц Голд с очень небольшим преимуществом. Лошади очень дружно и ровно приняли старт. Входя в правый поворот, бег возглавил принц Голд. В спине Изабелла, полем Лепетуния. Отметки первой четверти впереди с небольшим преимуществом, буквально на полкорпуса принц Голд. 32,1 секунды. В борьбу вступает Лепетуния, в спине Изабелла. Лепетуния определяется на первую позицию. Сбой допустил принц Голд. На сбою объезжает его Изабелла. А Лепетуния определяется во главу бега. Вторая четверть за Лепетунией. 33,3 секунды. Резвая вторая четверть. Принц Голд пытается достать и захватить Изабеллу на входе в левый поворот. А впереди Лепетуния. Между принцем Голдом и Изабеллой завязалась борьба в левом повороте. А впереди в небольшом отрыве Лепетуния. Достанет. 34 секунды, третья отметка дистанции за Лепетунией. Лошади вышли на финишную прямую. Очень резвый бросок делает принц Голд, пытаясь достать ведущую бег Лепетунию. Расстояние между ними сокращается. И разворачивается острейшая борьба на финише между принцем Голдом и Лепетунией. И все-таки на последних метрах дистанции принц Голд захватывает и обходит Лепетунию и подходит к финишному столбу первым.